Закончился очень крутой поединок между командами «Атлетик Киев» и «Гармата». Мы берем интервью у капитана команды «Атлетик Киев» Дмитрия Литмана. Во-первых, с победой у вас. Очень тяжелая победа. Что можешь сказать по этому поводу? Вижу, вы довольны. Был принципиальный этот соперник или просто эмоции зашкаливали? Скажу так, у нас по кадрам немножко были очень большие проблемы, поэтому как-то сегодня не получилось приехать многим ребятам. Но... в целом довольны, что и со второго состава как бы немножко ребят хочу уже в первую обкатать. Поэтому тяжело было впереди зацепиться. Нам, ну, сзади как бы хорошо на ноль. Браво, ребята, как всегда, хорошо сыграли. В целом, ну, тяжелая игра, очень тяжелая. И моментов особо таких прям не было. Ну, как всегда, характер, вот он, выстояли. Поэтому мы довольны.
ваш вратарь отбил пенальти. Как думаешь, это стал ключевым фактором вашей победы? Он добавил вам уверенности? Однозначно, потому что это сразу как бы команда начала за вратаря работать еще лучше, как бы в два раза продуктивнее. Поэтому если бы не отбитый пенальти, наверное, по-другому игра была все-таки. А там кто знает. Но это футбол, опять же, кто забивает, кто нет. Я там слышал, у тебя пополнение, да? Да. Поздравляю тебя. Спасибо большое. Удачи. Да.